Фернандес. Дальше Аристигуета. Мяч потеряли. Сборная Перу переходит в контрнаступление. Лападула воткнулся в Ферраресси. Все равно мяч получает Лападула на Куэву. Куэва, пас нужно делать. Куэва, все-таки мяч доходит до Карильо. Карильо, заброс на дальнюю. Лападула, какой голешник классный. Какой голешник. И он там, лишь бы он все ноги не попереломал, там подскользнулся. Конечно, второй тур подряд он забивает. Еще раз смотрим. Куэва, предголевая передача. И здесь не успевает Йордан Осорио. И Лападула вместе с Фариньесом мяч туда в сетку отправляет. Но за Фариньеса бонусов не начислил. Хороший гол. Хан Уртадо, Брайан Уртадо, Эрик Рамирес. Прежде всего в запасе у сборной Венесуэлы. Ну, может быть, скоро они будут появляться на поле. А пока Саварино играет под правую. Эрнандес, подача на дальнюю, опасно! И вот, пожалуйста, Дарвин Мачис 1-1, откуда ни возьмись. Выскочил там совсем, как будто бы из-под земли. Смотрим. Вот он, Дарвин Мачис, совсем один из-за пределов штрафной площади. Разбегается и врывается вот сюда, совершенно пустую зону. И с грехом пополам сумел подстроиться под этот мяч, который очень непросто. Еще раз смотрим за голом Дарвина Мачиса. Куэва. Неподалеку Лападула. Какое-то совещание пошло. Стенку уже Саварину прилег. Ну все, один Куэва остался. Удар, рикошет и гол! Забивает Кристиан Куэва! Как ему помог, конечно, этот рикошет. И Кристиан Куэва снова. Тут же переодеваться отправляется Бельо. От кого? От Аристигуеты? Нет. Аристигуета выше всех выпрыгнул, но опять бедолага Осорио. Именно он не справился. Или все-таки Аристигуета? Да, наверное, от Аристигуеты мяч. Да. От головы Аристигуеты. Бомбардиров Марсело Морено. Кто бы мог подумать, игрок сборной Боливии, нападающий из 34-летний нападающий из Боливии. У Неймара 7 мячей. Что творится, а? Вот, пожалуйста, Мигель Трауко сыграл рукой и пенал. Кристиан Куэва выходит на четвертое место в списке. Да, пенальти здесь 100%. Вот Осорио, кстати, молодец. Исправился за проигранное единоборство Лападули. Сейчас заработал пенальти. Так вот, Лаутаро Мартинес из Аргентины. Кристиан Куэва, Майкл Эстрада, Луис Суарес.
все эти ребята забили по 5 мячей. 6 у Месси, 7 у Неймара. И вот Морено из Боливии 9 мячей. Представляете? Такой вот человек. Развиваются, а? Но... Разбег, удар, и Гальеса тащит! Тащит! Капитан сборной Перу, вы видели это лицо сейчас? Вы видели, как он... В первом тайме, но он с ним не справился. Еще раз смотрим. И пробил вроде бы так, ну, неплохо. Мячи сильно, но единственное, что на удобной высоте для голкипера. Но, правда, в угол мяч полетел. Ну, просто Гальес прекрасен. Просто прекрасен.